Напомню, газ в село Адлерского района пришел в конце весны этого года. А тогда, после вмешательства мэрии курорта, суд поставил точку в многолетней истории с прокладкой магистральной трассы и передачей новых коммуникаций компании «Сочигоргаз». Чтобы ускорить процесс, сотрудники администрации сельского округа раздают людям листовки с пошаговой информацией о подключении к сетям. На данный момент осуществлен пуск газа в сети низкого давления. Любой желающий может обратиться в «Сочигоргаз» для получения бесплатно технических условий. После этого он выполняет уже проект. После выполнения проекта выполняются монтажные работы и непосредственно осуществляется уже пуск газа. В настоящее время организована работа штаба. Если возникают какие-то проблемные вопросы или что-то людям непонятно, люди к нам обращаются, мы оперативно эти вопросы решаем. Работы по газификации села Адлерского района контролирует глава города. Мэр распорядился максимально упростить для владельцев домов процесс оформления документации. В общей сложности только в Нижнешиловском сельском округе. Благодаря новым коммуникациям голубое топливо придет в дома более 2500 сочинцев.